истерить в одноруком фросте. Садишь осогеникити, огритити. Это когда вот чистили каверсы, do not imagine that I can protocol it with myself. Я могу опубликовать опять это, просто насилует опять меня после здорового, значит, очень сильной отработки ложась, секунду. А, видите, внушая в это особо сильные достижения, понимаете, они как могут понять, мое решение, что я не могу не опубликовать, только если я чем-то подавлена. Это какая-то хуйня. Большинство художников пишут картину долго, и даже тот, кто снимает фильм. А это сладкая манера трясти яйцами. А меня это быстренько выкладывает. Что-то уже выкладывать. Неприменимо, я не обязан следовать вашей конфессии. Не в связи, например, с поведением, а ваши убеждения. Я не могу не помогать, только если я чем-то подавлена. Мне, наверное, чем-то закомплексовали или забили. Кастрюльками, секс-нападениями, деньгами или переутомлением. Не могу понять, какая-то хуйня. Живо сакла. Это не застрелят, все-таки говорит речи, что очень сильно нарушает, это же все-таки астральная работа. Я вас охлаждаю, что это не является, вставляет туда, значит, величайшее достижение. Для меня это просто необходимая работа. Она рутина, как для вас, стакан чая. А когда я не делаю, чувствую себя плохо. Просто. Моя жизнь под угрозой. Она больше, это не особо сильно пашет. 2-3 творческих откровений, все остальное технично. Это техника. На них ли там, не знаю, отжимаются.